Всем привет, с вами снова Влад, и сегодня у нас урок по созданию перехода в виде вспышки в программе Adobe After Effects. И вот в принципе как он у нас выглядит. Как мы видим, у нас создался такой замечательный переход в виде вспышки. Итак, переходим к созданию этой композиции. Создадим новую композицию, нажимаем Composition, New Composition. Так, размер кадра ставим такой, как вам нужен, у меня он 1920x1080. Так, фреймрейт нашего видео ставим, я ставлю на 2997, так как у меня видео такое есть. И длительность нашей композиции ставим на 5 секунд, нажимаем ОК. Теперь импортируем наши два видео, между которыми будет переход, первое и второе. И второе видео переместим в тот момент, когда у нас заканчивается первое, чтобы создался вот здесь вот переход. Есть. Теперь создадим Adjustment Layer, заходим в Layer New, Adjustment Layer. Есть, и применим к нему два эффекта. Один из них заходим в Effect, Blur Sharpen, Fast Blur, то есть размытие. И один еще эффект цветокоррекции. Заходим в Effect, Color Correction, Levels. Есть. Теперь переместим наш ползунок за 10 кадров до нашего перехода. Вот если у нас переход на 92 кадре, переместите ползунок на 82, где-то вот сюда. Есть. И теперь создаем ключи на Histogram, здесь кликаем по часикам, и на Blurness. Есть. И сразу же ставим галочку на RP, это Edge Pixels. Есть. Поставили. Теперь выделяем наш Adjustment Layer, нажимаем клавишу U английскую, чтобы у нас на таймлайне высветились наши эффекты Fast Blur и Levels. Есть. Теперь переместим ползунок на 5 кадров вперед. Вот где-то на 87 кадр. Есть. И параметр Blurness изменим где-то я думаю, где-то на 7. Есть. И теперь тут в графике Histogram переместим правый ползунок. Где-то, я думаю, вот так вот, чтобы у нас наше видео вот так вот засветилось. Есть. Теперь переместим ползунок на 2 кадра вперед. Вот где-то вот сюда вот. И теперь ползунок в Histogram'е переместим чуть-чуть правее, чтобы видео наше стало чуть-чуть темнее. Вот так, я думаю, будет нормально. Теперь переместим ползунок на стык нашей композиции. Вот сюда, чтобы у нас высветился уже второй наше видео, второй наш кадр. Есть. И теперь правый ползунок в нашей Histogram'е переместим намного влево, чтобы у нас наша композиция вот так вот сильно засветилась. Есть. И вот что у нас должно получиться. Теперь переместим ползунок где-то на 8 кадров вперед. Вот сейчас у нас 92 был кадр, переместим где-то на 100, то есть на 8 кадров вперед. Есть. И теперь сбросим все наши параметры. Кликаем правой клавишей мыши по Histogram и нажимаем Res. Вот мы видим, что у нас создался тут сразу ключ. И точно так же сбросим Blurness. Точно так же нажимаем правой клавишей мыши, нажимаем Res. Есть. И теперь посмотрим, что у нас получилось. Нажмем вот здесь клавишу просчета и посмотрим, какое видео, какой переход у нас вышел. И мы видим, что у нас создался такой замечательный переход в виде вспышки. И вот, в принципе, и все. Итак, с вами был Влад, прощаюсь с вами. Не забудьте подписаться на мой канал и просматривать мои видео, а также оставлять лайки и комментарии. И до новых встреч, пока!